решил я сделать такое короткое видео, показать вам, как можно играть частушку на базе страданий, то есть аккордами, чтобы просто подыграть за столом. Сейчас покажу вам. Видео. Сейчас я вам поближе покажу. Цифры нужны? Не знаю. Там все будет видно. Здесь значит до. Здесь значит 18, 19, 20 кнопочка. Пока без четвертого пальца. Просто 3. Безымянный на месте остается, а эти два перекидываются на эти две кнопочки. И здесь два, этот не участвует. И возвращаемся. Пальца развивайте.